Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех, дома из камня. Тема нашего видео урока: второй камень после угла. Какой он? Где его найти? И вообще, что он с собой представляет? Второй камень после угла — это идет вот этот камень, который мы сразу выставляем. Он такой же самый, как и угол идет. Он идет линейки для того, чтобы следующий камень, в следующем камне была перевязка вот посредине, чтобы была перевязка. Вот где должна быть перевязка. Вот он, левосторонний. И потом следующий камень большой. Потом идет правосторонний. И следующий камень здесь уже должен быть большой. Всегда нужно ставить вот эти камни подлиннее. Подлиннее, насколько возможно длиннее. Теперь давайте разберем эту тему, так сказать, на витрине. У меня есть угловой камень. Вот, допустим, маленький. Я взял маленький угловой камень. Вот. Я его, допустим, вот поставил. Вот я его поставил. Вот он смотрит к вам. Следующий камень. Я не ставлю его такой маленький, так сказать, узкий камень. Для того, чтобы наша перевязочка... Вот, давайте я его выставлю хорошо. Вот так, колечко. Чтобы вот здесь не было перевязки, видите? Здесь только на раствор хватит. И все. То есть я такой камень не должен никогда ставить. Я ставлю возле этого камня углового. Я ставлю большой длинный камушек. Смотрите, здесь он ровный, допустим, ровный. И здесь у него идет перевязка. Вот этот шовчик идет на середину, чуть ли не на середину, видите? Как все четко. И здесь вот если шовчик пойдет, следующий камень вот здесь становится, он перевязывает вот этот камушек. Естественно, вот здесь тоже должна быть, камни должны быть длинненькие, насколько возможно, допустим, 30-35 сантиметров, чтобы у вас как бы и здесь происходила перевязка. Я просто взял маленькие камушки для того, чтобы вам показать. И даже если вы будете натягивать причалку, нитку, этот камень, если вы запакуете растворчиком, вот этот камень уже не даст нитке потянуть вот этот камень. Причем, если у вас расстояние 10 метров, вы эту нитку натягиваете, если тянете, этот камень можно завалить. Но если у вас вот этот камень будет стоять, вы ставите эту причалку, и уже у вас этот камень никуда не денется, потому что за счет вот этого камня он будет держаться. Так. Первичный камень, вторичный камень. Вот они, первичный, вторичный. Вот. Угловой. И следующий идет как угловой длинненький. Еще раз. Первичный камень, вторичный камень. Перевязочный угловой камень. Первичный, вторичный, перевязка. Очень важно, чтобы были подлиннее камни, как вот эти. Вот. Посмотрите. Как вот этот камень. Его надо вторым вставить, чтобы он перевязывал. Тогда это будет хорошая, достойная работа. Поэтому все, друзья, стройте из камня. Вот, первичный, вторичный, перевязка. Первичный, вторичный, перевязка.